твоя девчонка унизила одного из главных добытчиков острова, которому нет равных. Она эмбарго команде угрожала, не договорив, оскорбила и убежала. Меня уже три капитана спросили на шлюхе, кто следующий застанет ее не в духе. Кто очередной раз будет списан с судна, если будет продолжение, то это паскудно. Кто-то с крыльца рассказывал, ну вот она. Уже сколько месяцев, каждое утро. И вот встречаю капитана Лэли Уайта на берегу. Ужасы скупки добычи, ой, я не могу. Сушило солнце их век. Такой базар слушало не более трех человек. Я тоже увидел, но ни разу не замечал. Слушали эту чушь придурки, а ты мычал. Мистер Скотт, а то будет поздно всем как урок.